Илья Фуфырин, спасибо большое за донат. Давайте послушаем группу «Дедушка Поэт Дисторшн». Зачем же он это делает? Какая-то... Как бы так помягче высказаться? Пока что ощущение, что никто ничего не умеет. И при этом играют какой-то... Какая-то попытка саранжировать такую... бардовскую какую-то странно душную песню. Что там, мимо секса? Я терпеть не могу, когда про любую женщину в ракешнике говорят «похоже на Земфиру», но здесь похоже на Земфиру. Правда, очень хуёво. Ну, не знаю, все говнистое. Барабаны какие-то всратые. Басистка вроде что-то норм делает. Гитарист, звук говно прям у него редкостный. То есть он как-то... Типа... Они не слышат просто. Ну, типа, как... Ебать, у нее струнищи, блядь, торчат. Я фанат «Волосни», но не настолько же. Да нет, прям Земфирии приемы. Мои, вот эти вот все. Очень много Земфирих, этих, мелизмов. Ну, попыток в них. Ну, вот как-то... Басистку вроде хуй пойми, вроде что-то там даже делает интересное, но все остальные, как бы каждый по-своему плох. Диссонансы, да. Ну и звук это что это? Студист, студийка или такой лайф, потому что тоже то как. Ну, запись как бы. Конечно, тоже ужасно. Типа бас вообще не скомпрессованный. Там вылезает периодически. Все очень такое странное. Ой. Ну, честно, такое. То есть, как будто никто не понимает вообще, что надо делать. То есть, прям, честно, давно такого не видел. То есть, это при этом и не назовешь особо какой-то коричневой нотой. То есть, тут, ну, ничего такого прям уматно смешного. То есть, они не так ужасно поют, чтобы прям насмехаться над тем, как это ужасно. А они как бы, ну, просто плохо так. То есть, типа... Ну, барабанщика нервные какие-то эпилептические движения сратые. Что-то не строит, по-моему. Гитариста самое... Ну, гитариста, честно, звук самое вот ужасное. Прям у него звук отстойный. Ну, и играет он тоже там грязно. Она, да, как бы то ли фальшивит, то ли что. То ли просто противный тембр. Клиторок, да.
Ну, типа, ну, бывает, что люди, не знаю, хотят играть рок-музыку, но просто, ну, по каким-то причинам не знаю, не понимают, что не так. Вот. То есть, ну, как я в 14 лет тоже, когда играл там в своих хуёвых группах, я не до конца там, я, ну, бывает, мы и демки какие-то пытались записать и что-то сделать. Я не понимал, а что там, что такого хуёвого в моем пении, а я там так вот, блядь, белугой какой-то орал просто, блядь. И это, ну, не клёво звучало, просто невкусно, да? Или хуярил слишком громко там по клавишам, или мимо нот больше, или мелизмов мало, или плоско, или, блядь, не затем, ну, не на то внимание обращал, или тоже могло что-то не строить. Ну, то есть, типа, ты, допустим, сосредотачиваешься на чем-то другом, и из-за того, что тебе либо опыта не хватает, либо, ну, таланта может не хватать, ты не замечаешь. Ты можешь не замечать огромную кучу недостатков, которые ты либо так никогда и не заметишь, либо заметишь гораздо позже, либо заметит за тебя кто-то другой их. То есть, если ты не, ну, скажем, не развиваешься в этом во всем и не пытаешься разобраться, и не, ну, никакая аналитика у тебя не работает и так далее. Вот. Ну, тут, собственно, все плохо. Всем не знаю, что пожелать и посоветовать. Даже. Как бы. Хорошая жирненькая. Боже, храни жирненьких баб. Так. Да не знаю, вроде взрослые уже все люди. Ну, что можно? Что тут можно сказать, типа? Всем по чарке. Вот вам цитата из «Пиратов Карибского моря».